Итак, последняя медитация сегодня направлена на раскрытие нашего внутреннего источника. Я предлагаю вам отправиться в путешествие вместе с замечательной женщиной, которая написала эту музыку. И называется она «Мелодия ангелов», потому что она раскрывает все внутренние части нашей души. Закройте, пожалуйста, глаза и представьте, что вы отдыхаете. Расслабьте свое тело, свои мышцы, все органы, все клеточки вашего организма. Почувствуйте, как поток внутреннего дыхания расслабляет ваш телесный и ментальный покой. Ощутите себя в полном слиянии со своим внутренним «Я». Почувствуйте себя тем, кто вы есть на самом деле, абсолютно свободным, уникальным человеком. Почувствуйте свою душу, погрузитесь поглубже в себя. Представьте себя в том месте, где вам хорошо, окруженным любимыми людьми, может быть, в одиночестве. Посмотрите вокруг, как удивительна природа. Горы, озеро. Где-то вдали виднеется домик. Вы видите прекрасную природу, удивительные светящиеся цветы. Вы подходите к ним, прикасаетесь к ним и видите, как их энергия проникает в ваше тело. Почувствуйте себя абсолютно умиротворенным. Свежий воздух, сияющее небо, яркое солнце и удивительная красота вокруг. Бесконечное пространство внутри вашей души. Вы слышите музыку и видите, как ваше тело красиво, прекрасно, молодо. Представьте себя совершенно молодым и свободным. Подойдите к озеру и достаньте из него прозрачный водный шар. Возьмите этот шар и посмотрите, как он увеличивается в ладонях до огромного состояния. Затем войдите в этот шар и начните танцевать. Представьте, что вы танцуете, а в этом шаре энергия воды забирает в себя весь свет, негативные энергии, все, что вас окружает. Этот шар наполняется таким светящимся цветом. Посмотрите, как вы кружитесь в нем, а затем выйдите и обратите внимание на него, каким он стал цветом. Возьмите его в ладони и принесите обратно к воде. Почувствуйте, что этот шар полностью очищается в воде, освобождается, и вы становитесь легким, свободным и можете двигаться дальше. Вы идете вперед и поднимаетесь на вершину горы. На этой вершине вы видите яркое солнечное небо, видите солнце и чувствуете, как потоки энергии проходят сквозь вас, полностью восстанавливая все ваши тонкие тела, чакры, структуры и все ваши энергетические каналы. Почувствуйте, как энергия спускается сквозь ваше тело, и внутри вас расцветают прекрасные кристаллы и цветы. Вы видите красный цветок, нижнюю чакру. Он раскрывается и наполняет ваше тело энергией жизни,
силы, защищает вас. Затем поднимается в оранжевый и в желтый, в области пупка расцветает желтый цветок. Ваша жизненная энергия, ваше тело восстанавливается, и вы видите себя защищенным. Вы видите, что страхи нейтрализуются, мысли негативные уходят. Вы чувствуете себя в легком, освобожденном состоянии. Вы дышите глубже и видите, как энергия поднимается выше, в область солнечного сплетения. И там открывается зеленый цветок, ваше сердце. Посмотрите в свое сердце и представьте, что там людей, которые причиняли вам боль, люди, которые причинили вам негатив, обиду, предали, возможно, вас. Зеленый цветок из сердца способен нейтрализовать силы и энергии нашего сердца, все тяжелое, все негативное. Представьте, как эти люди, их образы превращаются в дым и исчезают. И зеленое пламя переходит в розовый прекрасный цвет и поднимается выше, в горловую чакру, формируя красивый, похожий на снежинку, голубой цветок. Это наше горло, способность сказать информацию и услышать. Мы видим, как оно восстанавливается, и мы можем себе позволить что-то сказать, и больше не боимся. Затем энергия поднимается выше, в область между бровями, и мы видим ворота, темный синий цветок. Это ворота в наше подсознание. Он раскрывается, и мы моделируем, создаем в нем мечту. Представьте себе мечту, то, о чем вы больше всего желали, что бы вы хотели получить в этой жизни, и как бы вы хотели обогатить этот мир. Этот синий цветок раскрывается, наполняется жизненной силой и поднимается энергия выше, в теменную чакру. Мы видим фиолетовый цветок, тысячелепестковый лотос, который раскрывается у вас, как корона над головой. И мечта уходит в космос. Почувствуйте, как эти капельки и энергии, эти светящиеся серебристые нити из каждого лепестка тысячелепесткового лотоса проникают во все структуры вашего тела. И вы видите себя восстановленным, очищенным, абсолютно здоровым, полноценным человеком. Поблагодарите всех ангелов и вселенские силы, что помогали вам пройти этот этап, наполнить вас жизненной силой. Поблагодарите все вокруг, всю Вселенную. Почувствуйте себя бесконечно связанным с Землей и космосом, частью вселенского целого существа. И почувствуйте, как ваша энергия поднимается выше и над землей соединяется с вашим сверх-я. Вы видите себя, совершенную версию своей души, и чувствуете, как они соединяются с вашей человеческой природой, обогащая ее и наполняя светом. Теперь, когда вы полностью закончили этот процесс,
Вы возвращаетесь в волшебное место. Видите прекрасный дом. Подходите к его крыльцу, садитесь на пороге. И чувствуете, что в этом доме вас уже давно ждут любимые и любящие вас люди. И вы с радостью возвращаетесь в этот мир полностью восстановленным и обогащенным. На счет три. Вы вернетесь в свою комнату, и каждая клеточка вашего тела запомнит новую настройку, новую энергию, и вы полностью восстановитесь. Один. Два. Три.